В столице республики внедряют проект «Школьная медицина». Якутск вошел в число городов, где реализуется пилотный проект Минздрава России и Национального научно-практического центра здоровья детей. Специалисты из Москвы уже начали работу в Якутске. В Якутске в течение недели они посетят 10 школ и обследуют учащихся. Сегодня специалисты провели скрининговое обследование детей 11 и 15 лет, а именно их память, внимание и мышление. Помимо проведения обследований, московские специалисты обучат учащихся педагогов-медиков оказанию неотложной помощи. В течение 4 лет специалисты будут проводить повторные обследования, после чего разработают региональные рекомендации. Основная цель – это получить объективную информацию о состоянии здоровья и психическом развитии современных подростков в России, проживающих в различных ее регионах. Вот именно эта информация позволит нам, с одной стороны, понять, какие общие государственные действия сегодня нужно предпринять совершенно разным министерствам для того, чтобы улучшить состояние здоровья и обеспечить лучшие возможности для развития психологического потенциала ребенка в настоящее время.